Здрасте. Здравствуйте. Да, меня зовут Петрушин Максим Александрович, я заведующий отделением реанимации. Ну что, у нас первые пациенты, которые мы отлучили от аппарата ИВЛ, и я хотел бы, чтобы пару слов сказали. Здравствуйте. Я сюда попала в очень тяжелом состоянии. Благодаря труду, к всему коллективу, под заведующим, под руководством заведующей реанимации. Очень благодарна за свою спасенную жизнь. Я чувствую столько добра, тепла, я вижу труд. И потом, когда ты начинаешь приходить в себя какое-то время, вот, ты начинаешь понимать, что ты находишься, ну, ты изолирован, да, у тебя паника какая-то существует, ты не знаешь, как себя вести, что ты вообще делаешь. Потому что были моменты, когда сознание приходило, потом ты его терял, это сознание. И потом, когда ты приходишь в себя уже постепенно и понимаешь, что за тебя борются, ты тоже начинаешь за себя бороться. Бороться с жизнью. Я даже не знаю, как передать эти слова. Они того безграничны. Эти. Ну, ваш. Короче, спасибо за спасенную жизнь. Ну что, дай пять. Спасибо. Дай пять. Все. Вот. Спасибо. Все. Я вам очень благодарна.